зажигательными танцами и песнями на сцене Самарского дома культуры «Заря» отметили праздник хлеба. Перед зрителями выступали творческие коллективы с номерами из репертуара народов разных национальностей, проживающих в Самарской области. Мы приехали с номером «Самарских татар». Это в основном дроби, которые были давно-давно уже забыты. Вот, то есть мы хотим это возродить, поэтому приехали с таким номером. Международный праздник хлеба был учрежден в октябре в 1956 году организациями ООН и ЮНЕСКО. Это было сделано в помощь голодающим в странах африканского континента. Концерт «Хлеб всему голова» был организован администрацией Самары. Одна из его задач – объединить детей разных национальностей. Они узнают традиции народов, тем самым лучше познавая окружающий нас многонациональный социум, социум многонациональной Самары. И именно это позволяет нам лучше узнавать тех, кто живет с нами рядом. Детям и артистам и зрителям между выступлениями коллективов ведущие рассказывали о хлебе, как тяжело он выращивается и как впервые появился в меню человека еще во времена первобытно-общинного строя. Есть у нас уже такое, что смотришь, хлеб валяется на полу или хлеб в мусорке валяется, то есть не доедают его, не бросают, хотя это действительно продукт, который достается очень-очень тяжело. После концерта и спектакля и артистов, и гостей праздника угостили свежими булочками с маком. Подобные праздники, посвященные хлебу, в Самаре устраивают каждый год. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.